Франциско Гарригас, поздравляем вас. Что происходит у вас в голове прямо сейчас? Думаю обо всей проделанной работе, которую я сделал, и полученной награде, о завершенном рабочем круге. Но еще нет точного понимания того, что я сделал сегодня. Это была тяжелая работа. Такато был фаворитом соревнования. Часто, когда кто-то побеждает фаворита, он получает дополнительную энергию для себя, а затем проигрывает следующую встречу. Как ты сохранил импульс в финале, чтобы стать чемпионом мира? Поединок с Такато был в полуфинале, так что у меня оставался впереди только финал. И я понимал, что не знаю, сколько финалов чемпионата мира у меня еще будет. Поэтому сегодня я должен дать все 100% для этого финала. Исторический момент сегодня. Какое настроение в команде и, конечно же, что говорит твоя семья, твои друзья? У меня не было времени поговорить со своей семьей и друзьями. Но я думаю, что все действительно счастливы. Команда, мой тренер Кино и все, кто поддерживает меня и моя семья, конечно, тоже счастливы. Ты будешь носить красную нашивку на кимоно. Собираешься ли ты предпринять попытку в следующем году, чтобы на твоем кимоно появилась золотая нашивка? Я буду продолжать работать так же усердно, как я это делал. И я буду надеяться, что я буду в лучшей форме в Париже, а медали придут. Как ты собираешься отпраздновать сегодняшний день? Я еще даже не знаю. Спасибо большое за беседу.